Всем привет, ребят! В кадре с вами Евгений, вы на канале обзоров гаджетов Фотомобайл. И у нас продолжается лето, это значит время портативной акустики любимого нашими клиентами бренда HopeStar. Это вот такой вот честный народный JBL, который уже перестали подделывать и косить под JBL, и в принципе подтянули качество, и не стыдно их уже в принципе рекламировать, покупать себе или даже на подарок. Я сегодня принес модель под названием H19, я хочу вас с ней познакомить и рассказать о ее достоинствах и недостатках. На английском языке инструкция. В принципе, запутаться с ее подключением достаточно сложно, но если все-таки случится, я помогу. Вот эта колонка. В комплектации здесь кабель зарядки microUSB комбинированный. Ага, нет, не комбинированный. И второй кабель AUX лежат здесь в коробочке. Инструкцию мы пока прятать не будем, потому что я хотел посмотреть ее характеристики. А пока мы сосредоточимся на дизайне и на форм-факторе этой колонки. Вот такой вот в профиль вы видите квадрат, да, и вытянутый прямоугольник с 35, я думаю, сантиметров ее длина. И ее фишкой, да, является вот эта вот гладкая полированная сенсорная поверхность управления с написанным словом NFC. NFC это возможность беспроводного сопряжения посредством касания вашего телефона, если же в нем есть NFC. Метка и сопряжение с данной колонкой. Мы сегодня попытаемся это сделать. Для этого мы откроем вот тут резиновую такую вкладку, за которой находится вход-выход с помощью AUX. Представляете, в ней даже есть выход 3.5 интерфейс, возможность подключить классическую флешку и карту памяти и разъем microSD для зарядки. Не совсем удобно, потому что, чтобы заряжать, придется вот эту резиночку снимать. Но я думаю, это сделали неспроста. По всей видимости, у нее есть какая-то степень влагозащиты. Посмотрим на коробке об этом подробнее. А пока попробуем ее включить. Я не совсем... Ага, вот здесь выделена одна физическая кнопочка с 5 индикаторами заряда батареи. Зажав ее, произошло включение, и сразу же на панели загорелись клавиши, и достаточно громкий звуковой сигнал произошел. Я перейду в поиск устройства, пытаясь ее найти для сопряжения. Скорее всего, этого не произойдет, и нам нужно ее перевести. Ага, нет. HopeStar H19, она автоматически перешла в режим сопряжения. Сейчас произойдет подтверждение. Так, он выдает сообщение на экране, предлагает синхронизировать мои контакты. Вероятно, это нужно для того, чтобы у вас была возможность, пользуясь встроенным микрофоном, выбирать из вашей телефонной книги, кому позвонить. Но мне это нужно не будет, потому что я не планирую ей пользоваться, и напишу отказ. Все, колонка сопряжена. Перейдем в наш плеер и послушаем ее громкость, звучание, диапазон частот. Ну, в принципе, что я увидел? Играет она достаточно громко, но на свой вес и на свой размер мне бы, честно говоря, хотелось бы большего. Возможно, я путаю ее и ошибочно сравниваю с JBL Charge или Extreme, которые стоят в разы дороже. Но вот громкость у меня почему-то не впечатлила. Но при этом дизайн, вес и качество изготовления, ну, действительно на высоте. Она абсолютно не скрипит, все качественно подогнано, зашлифовано, никаких соплей на ней нет. И вот это вот приятное сенсорное управление, безусловно, радует. Но мне не совсем понравилась вот эта кнопочка M. Такое чувство, что она только занимается включением Bluetooth режима. Придется все-таки полистать инструкцию. Так, что я выяснил? Мощность у нее заявлена 10 Вт. И Bluetooth модуль 2.1. Это достаточно, в принципе, устаревшая технология сегодня. Батареечка 3600 мА, но на 7,5 вольтах, что в принципе аналогично, наверное, где-то 5000, то есть батарейка здесь действительно жирная, действительно в норме.
Воспроизводимость DVI-V диапазон частот от 100 Гц до 18 кГц. Тоже радует написанное, потому что обычно все указывают 20 Гц, но этого никогда и близко нет. Здесь же написали 100, я послушал звучание, в принципе эти 100 здесь есть. И возможность выводить сигнал в джек 3.5, который вот здесь в задней панели, тоже достаточно интересно. Сейчас я хотел бы протестировать вот эту функцию NFS, NFC беспроводного сопряжения. Для этого я удалю сопряженное устройство из своего списка. Connected, забыть устройство, есть. И дотронусь краем своего телефона вот сюда. Что у меня произошло, смотрите. Перевод, автоматический перевод колонки в режим поиска устройств. Но все равно мне пришлось выбрать устройство пальцем. И только после этого оно сопрягнулось. Давайте-ка я его выключу. И сделаю все еще раз. Забуду сопряженное устройство. В списке устройств нет. Зажму кнопку. Колонка включена. Дотрагиваюсь до метки NFS. И наблюдаю, что происходит. Появилось устройство Hopstar H19. Автоматическое сопряжение не происходит. Вот не происходит до тех пор, пока я не нажимаю все-таки на экран телефона. И снова сообщение о синхронизации контактов. Итак, NFS метка работает, но такое в полуавтоматическом режиме, как мне кажется. Возможно, так и задумал производитель. А в целом, по звуку, мое резюме вы услышали. Я повторю, что громкость могла бы быть и поболее. Басы могли бы быть и поглубже, но не стоит забывать, что это не JBL. В принципе, это достойная такая настольная колонка. С красивым дизайном она не перетягивает на себя внимание, но и не отвращает. Ребят, ну вот это все из характеристик, которые производитель указал на коробке. В принципе, стоит отметить только микрофон, который я, возможно, забыл. Сказать, что есть возможность поднятия трубки с помощью кнопки на панели. Микрофон где-то здесь находится, отверстие. Вот такие вот дела. Я с этой моделью закончил. Кому понравилось и зашло, ссылка на нее есть здесь внизу, в описании. Пожалуйста, оцените мое видео, я старался как мог. И поставьте палец вверх, проверьте свою подписку. И до встречи в следующих обзорах со следующими товарами. Пока!